Приходит грузин к доктору на прием. Доктор, раздевайтесь. Не понял. А что непонятно? Вы пришли к доктору, раздевайтесь. Дорогой, я еще ничего не успел сказать, ты уже ставишь меня в тупик. Знаете что, я доктор, я лучше знаю, что вам нужно делать. Давайте определяйтесь. Хорошо, дорогой, я сделаю, как ты мне сказал, только не нервничай. Раздевается полностью, стоит абсолютно голый. Доктор, я вас слушаю. Я угольщик, уголь привез. Куда разгружать? Спасибо большое. Следующий анекдот на украинскую тему. Представьте себе, сорочинский ярмарок, украинец поехал туда, продал последнюю лошадь, купил бутылку шампанского Абрау Дюрсо, спрятал в потайной карман галифе, пришел домой, как он настоящий, выпью сам, никому не дам, спрятал ее в крышу соломенную, уложил детей спать в 7:30, не терпится аж выпить, все. Лег с женой, глазами шлепает, ждет, пока все уснут. Через полчаса ему кажется, что все уже уснули, перекидывает ногу через жену. Она понимает это по-своему, она думает, что он пристает. Текст такой: ты куда полез, ты Казанова кривоногий. То не допросишь, что по полгода лежит, как памятник, а тут приспичило. Лягай, давай, успокойся, еще маленький не спит. Ну, он успокоился, лег. Через полчаса опять перекидывает ногу. Та я тебя не узнаю. Что такое? То никогда, то всегда. Успокойся, я сказал. Еще старший не уснул. Давай, успокойся. Он опять улегся. Через полчаса еще раз перекидывает ногу. Все спят, как ему кажется. Он выходит во двор. Ночь украинская, звезды, сверчки поют. Достает бутылку. Она там настоялась. Было очень жарко. Сорвал фольгу. Откручивает. Опыта же нет. Он откручивает под давлением газа. Бабах! Вылетает пробка. Эхо на весь двор. А самый маленький маме в хате говорит: вот эту маму, если бы вы не выпендривались, батько бы не застрелился. Товарищ генерал, разрешите доложить? Докладывай. Я ж последние зимки доложил, товарищ генерал. В следующий раз нарисую для вас. Дальше докладывай. Товарищ генерал, значит, ваше задание выполнил? Так. Закончил ремонт вашей дачи. Ты хочу! Куда ты что несешь-то? Мы боремся, понимаешь, в армии с нецелесообразностью использования дедовщины, с бабовщиной, а ты... Какая дача ты? Так куда вы меня посылали-то, товарищ генерал? Куда? А куда вы меня последние 2 года посылаете? Икс, Игорь. На дачу. Куда? Да на дачу, закончу. Тихо. Говоришь шифром, понял? Типа Юстас Алексу, что ли? Юстас Алексу. Короче, джакузи на вашей даче. Тихо. Я не понял, так же не надо. Пора использовать Езопов язык. Езопов язык, чтоб никто... Езопов, ты знаешь Езопов язык? Товарищ генерал, там языка нет. Да ты дурь, ты же... Это же иносказательно, понимаешь? Иносказательно, понимаешь? Ну и... Ну не, так это, значит... Ну не дача, а блиндаж. Блиндаж. Понимаешь, не пьянка, а учение. Понимаешь? Не к тёлкам, а к этим войскам. Вот там есть ребята наши сидят. Несколько дембельзонов. Вас понял, товарищ генерал? Значит... Строительство вашего 4-этажного блиндажа. О! Уже закончил? Так. О! Взялся за гараж. Какой гараж? Бункер! Так точно, товарищ генерал, вот, бункер! Бункер! Значит, застеклил все окна. Кого?
больницей и зоб. Так точно, товарищ генерал, все 64 больницы застеклил. Так. Значит, нормально. Паркет натер. Какой? Вот, значит, какой? Начесал мох. Вот. Начесал мох, аж ноги разъезжаются, товарищ генерал. У кого? Да у всех, особенно, блин, у вашей жены. Ну у нее и без паркета все время разъезжают. Ты-то откуда знаешь ее? Я не знаю. Пацаны рассказывали. Тихо! Тихо! Значит, докладываю дальше, товарищ генерал. Значит, подкачал гусеницы. А? На вашем 600-м мерси... Бронетранспортере, да. Товарищ генерал! Может, когда хочешь. Это нормально. В общем, все нормально, все сделал. Все, так. Все. А что все. Ты самое главное-то не доложил? А! Блиндаж готов к пьянке. Тихо! То есть... К стрельбам, о. Товарищ генерал. Ну, можешь, когда хочешь, ты фламинго еб... Да я не фламинго, спасибо. Ну? Так. Ну, а что с самым главным вопросом? Ну, что там, со снарядами, что ли, товарищ генерал? Ну, нет, ну да. Со снарядами? Ну? Значит, ну, снаряды должны быть, как вы приказывали, сухие. Сухие. Белые. Так. Сухие, красные. Красные. Полусухие, белые. Правильно. Полусухие, красные, да. Крепленные, значит, да, да. Ну, да. Вот, а гильзы, товарищ генерал? Вот что с гильзами, я не понял. Значит, снаряды какие берем? 0,5, 0,7. 0,7. Литруха. Литровый обязательно. Пойми, снарядов много не бывает. Понял, товарищ генерал. Вот. А главный вопрос, главный, что... Откуда я знаю, что у вас? Да не у меня, ты... Ну что с художественной самодеятельностью? Ну, и зоповым. А, с группой поддержки? Да не надо, пу-пу-пу, пу-пу-пу. Ничего не надо поддерживать. Это единственное в армии, что, в общем-то... Как говорится, в полном порядке, не надо поддерживать. Это боевой готовность все время. Это единственное, что в армии сейчас полный боевой готовность. А, поддержки, правильно, ну, да. Конечно, вот группа, ЕЗОП, ну, конечно. ЕЗОП. Поддержат, ну, нормально, там. Ну что генерал, там с поддержкой? Хорошие кадры набраны. Давай, хорошие. Кого? Значит, рядовая Иванова. О, хвалю. Да ее все хвалят, так же, нормально. Дальше. Значит, рядовая капуста. Рядовая капуста. Ну, так у нее. А, ну, какая же. Ну, это же. Да. Я... Чем мало. Вот, вот, конечно. Да. И самое главное, прапорщик перебей нос, как вы и просили. Какой нос? Какой про... Вы сами просили. Вы говорили в прошлый раз, что вам прапорщик перебинос понравился больше всех, понимаете? Вы сами сказали, что с прапорщиком перебинос вы хоть в беседку, хоть в разведку, понимаете? Ты что совсем... Я с прапорщиком... Что же мне общего с прапорщиком? Да вы сами говорили, товарищ генерал, что Екатерина Семеновна перебинос вам понравилась, понимаете? Фу-фу-фу, что ж ты меня пугаешь-то, а? Что ж ты, дятел-то? А вы что подумали? Что я подумал? Я думал, муж ее этот... Он бы нам перебил пушку моментально. Катька-то да. Ну? Товарищ генерал. Так. А вот эти брать? Че? Ну вот эти маленькие такие. А что это такое? Аккуратненькие. Ну, я просто подумал. Подруги там боевые. О. Не подцепить бы шальную пулю. Так. Может взять в медсанчасти, да. Эти бронежилеты. Бронежилеты, да. Товарищ генерал. Да, да. Обязательно, молодец. Личные просьбы будут, товарищ генерал? Личная просьба, скажу. Если моя жена позвонит... Начальник контрразведки, да, товарищ, да, генерал. Зоп, правильно. Начальник контрразведки, ты скажи ей, что я в НАТО уехал. Слушай, товарищ генерал. Вот. Скажу, что вы, значит, в НАТе, вот, и в ней и заночуете, правильно? Я тебе клюв обломаю. Ты понял, что доложить? Я в НАТО. Вы в НАТО. Я старый генерал. О. Все выполнил в лучшем виде, старый генерал. Совсем же другое дело. Когда такие, понимаешь ли, с
Соловьи у нас есть? Воробьи. Воробьи. Вот если в армии такие воробьи есть, то страна может спать все время спокойно. Спасибо. Спасибо. Благодарю за службу. Я вам буду показывать пародии на наших популярных юмористов. Первым в моем исполнении пародийном перед вами предстанет всеобщий любимец, народный артист России Владимир Винокур. Не, ну... Чё, ха-ха? Сейчас юмористов задушили уже. Все в пошлости упрекают. Я решил с пародиями вообще завязать. И песнями заняться. Думаю, возьму какую-нибудь старенькую песенку. Там вообще нет пошлости. Например, вот эту. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая. В ночные окна вглядываюсь я. Нет, блин, скажут маньяк. А, вот тоже старенькая песня, тоже хорошая. Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушек? Вон она знает. Блин, песню не так легко подобрать, чтобы без пошлости. А, вот это хорошее. Газманов поет. Смотри, вот так. Я сегодня не такой, как вчера. Не, не годится, я вчера был вообще никакой. А вот, вот хорошая песня. Малинин поет. Вообще никакой пошлости, потому что стихи Есенина. Помнишь это? Мне осталась одна забава. Пальцы в рот. Ни хрена себе забава у него. Блин, даже песню не подберешь. Смотри, может вот эти взять, девчонки, татушки. Вообще невинные девчонки, почти что. Это поет, я сошла с ума, мне нужна она. Я ей говорю, ну нафига она тебе нужна? Смотри, блин, группу назвали. Тату. Слушай, а если два мужика, как будет называться? Тот того? Не, ну их нафиг эти песни, лучше я и дальше буду пародиями заниматься. Следующий артист, которого я буду для вас пародировать, Роман Карцев. У меня была машина АК, очень маленькая, очень маленькая была у меня АК, а у Жванецкого Мерседес, ну большой, очень большой Мерседес у Жванецкого был. Очень большой, больше даже, чем моя АК. Очень маленькая. Я, бывало, сижу в своей АКе. Жванецкий на Мерседесе подъезжает. Окошко бесшумно открывает. Говорит мне, Рома. Он меня Рома называет. Говорит, Рома, открой окно. А у меня ручка маленькая. Окошко маленькое, я открываю, говорю, что тебе, Миша? Он говорит, Рома, ну как АК? Я говорю, Миша, ну что ты издеваешься? У меня ручка маленькая, окошко маленькое, как? АК? Очень маленькая. Когда у меня ее угнали, я очень обрадовался. Я так обрадовался, я даже так не радовался, когда у Жванецкого Мерседес угнали.
Сейчас оба ездим на метро. Удобно очень, очень. Ну и писатель-сатирик Михаил Задорнов. Я всегда говорил, что Задорнов лучший сатирик всех времен и народа. Тихо! Я сейчас так пошучу, вас вынесут отсюда всех! Наберите воздуху! И не выпускайте из себя воздух! Я много путешествую, бываю в разных странах. Какие они там за границей все тупые! Вот англичане жутко тупые! Я в Англии 2 недели жил! 2 недели с ними по-английски разговаривал, хоть бы кто понял! Тупые! В Америке еще тупее. Так, сядьте поудобнее, чтобы головой от смеха не убиться о переднее кресло. Тихо! В Америке с Ширвиндом едем в лифте. Входит американка, вся из себя такая гордая, на нас ноль внимания. Как будто ни разу нас по телевизору не видела. Сама ни рожи, ни кожи. Я Ширвинду говорю, какие эти американки страшные, посмотри на эту чисто мартышка. Вдруг она говорит, сам ты мартышка, козел. Это еще не все. Я спрашиваю, да я не понял, козел или мартышка. Она говорит, он козел, а ты мартышка. Ну, тупые, а самые тупые в Монголии. Так, живые есть? Есть или нет? Прощайтесь с жизнью. Вас сейчас вынесут отсюда. Самые тупые в Монголии. Один монгол сидит на лошади. Я спрашиваю, это конь или кобыла? Тихо. Рано. Я спрашиваю, это конь или кобыла? Он говорит, зайди сзади, там написано. Тихо вы, рано смеетесь. Что за зал сегодня, Ветров? Не даете слова сказать. Я пошел читать. Тихо, тихо, рано. Я пошел читать. Эта скотина как легнет меня копытом. Я с копыт лежу и думаю, зачем пошел? Все равно по-монгольски читать не умею. Да тихо вы, но... Спасибо вам большое за эти, в общем-то, халявные аплодисменты. Ну... Приятно, конечно, вышел, да еще и один. Вот. И я думаю, Леон не обидится на нас за то, что сегодня объектом шуток в наших пародиях мы избрали именно его. Потому что очень хотят высказаться, что о вас думают ваши коллеги. Встречайте! Здравствуйте, дорогие друзья. О, по какому мы говорим, а? А, об Измайлове. Ну, я должен сказать, что когда мне порекомендовали почитать Измайлова, то я сказал, что почитаю. Почитал, вот, и буду почитать. Как самого серьезного писателя нашего жанра. Ну, вообще, ты должен сказать, что Леон такой думающий писатель, да? Думающий, что он писатель. Вот. Ну и правильно, собственно, думающий, да? Вот есть такие писатели, знаете, которым пишут. А как быть мне, Леона? Мне не пишут, не звонят, вообще что-то ни слуху, ни духу. Да. Ну, честно говоря, что касается меня, то я на выступлениях Леона Измайлова всегда сплю. Да, собственно, и на своих выступлениях тоже, да. Вы знаете, однажды веду прямой эфир, вы помните, программу «Старый телевизор», да? Софиты, камеры, да? И мне снится такая потрясающая вещь, вот. Будто бы у меня в гостях известная фотомодель, умница, красавица, Синди Кроуфорд. И мы так с ней мило разговорились, вот, уже практически договорились. Вот.
Открываю глаза, Армен Джигарханян. Вот такой облом, собственно, да. Леон, я позволю себе эпиграммочку в твой адрес, да. Я еще сочиняю. С Леоном мы так не похожи. Я лев сатиры, а не он. Но пусть тебя то обнадежит, что по-французски лев Леон. Спасибо. Я подожду. Благодарю, теперь начнем. Так, что у меня тут есть? Это я уже читал. Или не читал? Ладно, перелистнем. Это все равно не поймете, даже я не понял. А вот это, пожалуй, подойдет. Ну что я могу сказать об Измайлове? Я его произведения не читал, поэтому ничего плохого сказать не могу. А сюда пришел только потому, что от юмора тоже где-то отдыхать нужно. Я подожду. Спасибо, я смеха ждал. Сейчас некому стало читать, потому что все стали писать. Даже мэр Лужков написал книгу. И теперь мы с ним, говорят, очень похожи. Я Михалыч, и он Михалыч. Я писатель, и он писатель. Я лысый, и он в кепке. Он мэр, и меня тоже не все любят. Позвольте дать совет, ребята. Если тянет молчать, надо вымолчиться. Если тянет сказать, надо высказаться. А если тянет писать? Ну и самого последнего. И самого последнего, это просто гениально. Благодарю за внимание. Чего дома не сидится, не знаю. У кого-то бенефис, а ты паши тут работай. Здорово. Не надо много хлопать, а то Измайлова обидите. С ума схожу. Жить страшно стало. Это написал Союз писателей России письмо. Уважаемые коллеги, почему сейчас что не произведение, то мат или порнография? Как вам не стыдно? Вы же все-таки совесть нации. Инженеры душ. И представляете, ответ мне приходит. И там написано, вот читаем как есть. Уважаемый Г. Коклюшкин, ваше письмо получили, рассмотрели на общем собрании и сообщаем, что если ты, падла, еще раз вякнешь, мы тебе уши отрежем и вот вставим. Козел бородатый, морж хреновый, сатирик долбанный. И главная подпись – совесть нации. Страшно жить стало. Ну, чтоб тебе было страшнее, я тебе даю самое дорогое, что у меня есть, Леон, пойми. Здравствуйте. Узнали меня, да? Ну и кто я? Хазанов? Нет. Я сын какого лейтенанта Шмидта.
Я сын Леона Измайлова. Студент кулинарного техникума. Папочка, здравствуй. Ты знаешь, папочка, я тебе приготовил подарок. У нас в гостях, у тебя в гостях, голливудская звезда, народный артист Америки Арнольд Шварцевич Неггер. Прошу. Guten Tag, леди und now леди. Здравствуйте, дамы и господа. Ich bin... Я мистер Бин. Ich bin Кайф. Я с огромным удовольствием... Yeah, my friend. Приехал к моему другу... In Lushkov City. В Москву. Леон Биг Макулатурен Мэй. Леон – это очень большой писатель-сатирик. Леон is my love. Леон – это моя любовь. Леон is my love. Леон is my love, да. Леон's name, the name of the first Russian Макулатурен Мэн, is clear to everybody. Нифига себе. Yeah. I remember song of Ismailov. Я помню песню, посвященную Леону Измайлову. Yeah. Is my love. 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 Все, 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 я молчу. Und no orbit under all. Не будем тянуть резину. Yeah. Леон Измайлов, go in Голливуд халтурен. Я пригласил Леона на работу в Голливуд. Cinema of student fast food college 2. На съемки блокбастера студент кулинарного техникума 2. Student play I. Главную роль буду играть я. I. Я. Ой, I. Он. Он. Yeah. And Leon, my friend. Leon, мой друг. Take offense to. Если тебя кто-то обидит. No, take offense. То ты, пожалуйста, не обижайся, ладно? Yeah. Auf Wiedersehen. Thank you. I'll be back. До свидания. Рады были встретиться. Мы еще вернемся. Спасибо. Они устали еще, люди, от задора. Давай показывай, ты более опытный в этих делах. Ну, я коротенько. Я всегда утверждал, утверждаю и буду утверждать, что только в России воспринимают шутки Измайлова. Это я вам точно говорю. Вот почувствуйте, испытайте просто то, что я сейчас скажу. Это просто... Вы знаете, я возил шутки Измайлова, я показывал везде. Африканским неграм, гренландским эскимосам и даже тибетской Далай-Ламе. Нигде в мире ни один человек не засмеялся. Только Чукча один улыбнулся, и то оказалось, это турист из Японии. Ну ладно, я надеюсь, я внушил вам чувство гордости за Леона. Не ешьте много на ночь и выдыхайте уже. Что ж вы так... Я не понимаю, конечно.
Сколько можно? Сколько можно глумиться над Басковым, понимаете? Я не понимаю это. Я поклонница Николая Баскова. Во-первых, я рада, что здесь сегодня столько поклонников Николая Баскова. Мы вместе, девочки, мы вместе. Вы знаете, я вот буквально вчера сходила в так называемый Большой театр. Я, конечно, знала, что в Большом кризис, но не знала, что до такой степени. Сходила на концерт этот. Евгений Онегин. Обещали Баскова, а показывали бог знает кого, понимаете? Мало того, что Колю выпустили только во втором акте, его еще и убили. На моих глазах. Стрелять, что ли, некого больше на нашей стране? Я не понимаю, за что так с Колей обращаются в этом Большом театре? Не понимаю. Ну, во-первых, музыка не заводная. Зал сидел, никто не танцевал, кроме меня. И мужчины в черном костюме с этой палочкой. Все. Шарманка ни разу не прозвучала. Я не понимаю это. Я не понимаю, что это за концерт, понимаете? Я пришла в театр с роскошным букетом цветов. 100 роз. Никогда с отдачей букета проблем не было. Коля прыгал в зал, забирал цветы. Я после концерта получала деньги, плюс дорожные расходы, плюс за стаж 4 года в фанатках. Главное, сижу. Вчера сижу на концерте. Коля не идет, не идет, не идет. Его на моих глазах убивают. Ладно, думаю, сейчас мимо меня Колю понесут. Я ему цветочки продам. Так его вообще в зал не вынесли, понимаете? Я думаю, ну ладно, раз Коля не идет, пойду сама. Ну что делать? Подхожу к сцене, а там яма. И главное, никто ж не написал, что в зале ведутся работы. Я думала, я перепрыгну. Этот мужчина в черном с палочкой тоже так думал. Значит, в результате я пишу вам эти строки из травматологического отделения больницы номер 17. Диагноз 28 проникающих ранений острым предметом, предположительно дирижерской палочкой. Это еще что? Самое главное. Перелом букета в 3 местах. Все, понимаете, все. Я требую. Я настойчиво требую. Во-первых, закопайте эту дурацкую яму в театре. Ну нельзя, понимаете? Ну нельзя. Во-вторых, самое главное. Дайте Баскову нормально ходить по-большому. Дайте ходить по-большому, а то он пойдет по-малому. Театров в Москве много, а Басков один. Все! Помнишь, ты мне сказала, словно фея в лунной дали, что бы я забыл кабалье, отстал от своей повали. Накаркал ты мне, воробей, я по кабалье не плачу. Зачем мне теперь мансерат, когда я с тобой мансерачу? Я буду руки твои целовать, потом на щечки твои перейду, потом подбородок буду лобзать, а под подбородком к шее прильну. Спущусь я на грудь, если только найду, потом на пупок, что мне очень мил, потом колени твои обниму. Послушай, Коля, ты пропустил!
шутки звучат эпатажные. Пусть звезды ворчат трехэтажными. Хохочут тайга и экватор. Ведь Ленка у нас имитатор. Все так же поет наша Ленка. То с Басковым, то с Дроботенко. Боже мой, не ожидал. Спасибо. Вот она, народная любовь. Спасибо. Так, я покупал 5 букетов. Где еще? Спасибо. 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 Друзья мои, Леночка, кто бы мог подумать, столько цветов, дорогих цветов. И все для тебя. Все в этот вечер. Наша богиня, наша королева. Сейчас. Дело в том, что мы живем в богатейшей стране. Вы посмотрите, у нас всякие там моря, океаны, реки, полные рыбы. У нас леса, у нас недра всякие. А живем мы как-то не в соответствии с этими богатствами, правильно? Вот в какую страну не приезжаешь, везде живут лучше, чем мы. Вот хоть в Монголию. Монголы довольны, хорошо живем, с Америкой торгуем. Мы им лошадей по железной дороге. Они на Майкла Джексона по телевизору. Я уже не говорю о других высокоразвитых странах. Вот посмотрите, в Европу приезжаешь, да? Люди ходят какие-то спокойные, какие-то такие благополучные. На улице никакого мордобоя. Полиции нигде не видно. А кругом порядок. У нас на улице милиции полно, на улицу выйти страшно. И ничего удивительного. Знаете, анекдот есть такой, народный. Девочка нашла в песочнице пистолет и говорит: дяденька милиционер, это не ваш пистолет? Он говорит: что ты, девочка, я свой еще в прошлом году потерял. Что ж такое, посмотрите. Вот в Японии ни одного полезного ископаемого, кроме самураев. Весь мир заполнили своими машинами и компьютерами, да? У нас вся таблица Менделеева. Ничего, кроме этой таблицы, никуда продать не можем. Так хорошо делаем. Один японец, даже уезжая из нашей страны, сказал: а зато дети у вас замечательные. Дети у вас прекрасные. А все остальное, что вы руками делаете, у вас не получается. Но давайте подумаем, почему же не получается тогда? В чем дело? Может, мы такие бездарные, а? Да нет ведь вроде. Вроде же мы столько в науке, в технике пооткрывали, что весь мир до сих пор закрыть не может. Весь мир читает Достоевского и Толстого. Весь мир слушает Чайковского и Рахманинова. И это еще они не видели нашего дитя порока Борю Моисеева. Так в чем же дело, а? Давайте посмотрим, чем мы от них отличаемся. Давайте возьмем вот японцев. Вот японцы говорят, жутко трудолюбивые. Японский рабочий пришел в понедельник с утра на работу, сразу начинает работать. Наш рабочий не сразу, а только во вторник. И хорошо, потому что он за понедельник так бы наработал, всю неделю переделывать бы пришлось. Возьмем теперь, смотрите, давайте возьмем немцев. Немцы, они не только работящие, они еще точные. Вот немец сказал завтра в 3. Можете быть уверены, что завтра в 3 он будет точно на назначенном месте. Наш сказал завтра в 3, но забыл год уточнить. Поэтому завтра в 3 его можно встретить в любом месте, кроме того, где договорились. Американцы, они те и работящие, они точные, и они бережливые. Американец заработал и в дело. Еще заработал и еще в дело. Наш новый русский хапнул куш, а потом по известному маршруту. Мерседес, кортеж, Армани, пальба, гульба и шиш в кармане. Но еще чем мы от них отличаемся? Тем, как мы пьем. Это особая история. Вот немец. Вот немцы как пьют. Вот немец залил брюхо пивом и сидит довольный, яволь, и домой шпацирован. Правильно? Американец налил 50 грамм виски, разбавил стаканом содовой и сидит весь вечер потягивает. Это он выпивает. А если уж захотел напиться вдупель, хватанул 100 грамм рома, поорал и можно выносить.
Китаец выпил чашечку рисовой водки и сидит весь вечер хохочет. И как был до выпивки косым, так таким и остался. Наш человек как засосал литруху, как рукавом занюхал и на неделю в запой. И орет, как немец, и ржет, как американец, на утро глаза такие, что китайцу рядом делать нечего. Во всем мире люди пьют по разным причинам. Кто для возбуждения, кто для настроения, кто для аппетита. Наши люди пьют только по двум причинам. Либо с горя, либо на радостях. Я видел одного человека, который с горя выпил столько, что ему стало плохо. Тогда он на радостях выпил еще больше. Слушайте, мы если пьем, то в укатуху. Если свадьба, то так напьемся, что утром просыпаемся, невеста со свидетелем водой постели, теща с женихом другой. Если поминки, то так помянем, еще троих похороним и снова помянем. Ну и, конечно, воруем. Все, от мала до велика, берут все, что плохо лежит, и несут домой, чтобы лежало хорошо. У нас не воруют, может, человек 300, да и то потому, что они уже сидят. Там в Америке, говорят, изобрели какой-то сейф, который болтами приворачивается к стене, и ни одной отмычкой его открыть нельзя. Да кто его у нас здесь отмычкой открывать-то будет? Сопрут вместе со стеной от дома. Деньги выгребут, а этот сейф еще в металлолом сдадут. Мы ведь за последние годы столько вынесли из этой страны, из банка, с фабрик, завод, фирм, полей, огородов. Ведь это про нас, сказал поэт, вынесут все. И широкую, ясную, грудью дорогу проложат себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Будут Мавроди и вечный ББ. Ой, я вам скажу, я кислые рожи видеть не могу. Вот я как рожу кислую вижу, так я обязательно в нее что-нибудь пошучу. Особенно люблю разыгрывать. Слушай, меня хлебом не корми, дай кому-нибудь подлянку устрой. У меня знаешь, какая шутка любимая? Значит, на остановке троллейбуса оттягиваю вот эти штанги, выберу кого-нибудь поинтеллигентнее мужика и говорю, подержи, пока я троллейбус починю. Он, конечно, держит, а водила жмет на рычаги, а троллейбус-то не идет. Водила выскакивает, видит этого интеллигента, который держит, бьет ему по физиономии, штанги назад на провода становятся, и троллейбус с горочки поехал. А водила бежит за ним, орет что-то, эти пассажиры внутри умирают со смеху, женщина говорит, ой, мужчины, перестаньте нас смешить, а то мы сейчас все здесь... Он говорит, я не знаю, что с вами будет, когда вы узнаете, что я водитель этого троллейбуса. Тут сеструха моя замуж вышла за придурка. Ну, чистый придурок, доцент из института. Ну, она выходит, решила замуж за него выйти. Я вообще не знаю, он, да какой придурок, просто дурак. Я вообще не могу понять, как он своим студентам вообще науку объясняет. Вот я ему говорю, вот скажи, пожалуйста, вот конфеточка такая есть, подушечка называется. Вот скажи, пожалуйста, как туда внутрь повидло попадает, если дырочки ни одной нету? Слушай, он две ночи не спал, потом 3 дня за мной ходил, спрашивал, как туда внутрь повидло попадает. Ну, я ему сказал, берут варенье, постелим лягушку подложил. Сеструха утром встала, пошла в магазин, это просыпается, а у него на подушке лягух сидит и глаза на него таращит. Он как зарет, караул, грабят! А кто его грабил-то? Ну, я, конечно, влетел. Говорю, что ж ты с моей сеструхой-то сделал? Он говорит, честное слово, я вчера так напился, я ее пальцем не трогал. Я говорю, ну тут здесь не пальцем. Здесь серьезнее дело. Он говорит, слушай, а что теперь делать? Я говорю, поцеловать ее, она снова сеструхой станет. Этот придурок нос зажал, глаза закрыл, давай челомкать эту лягушку. А тут сеструха возвращается, говорит, ты посмотри, за кого ты замуж вышла. Он же зафил. Слушай, он меня чуть не убил, он с кирпичом за мной 2 часа гонялся. И навел меня на мысль. Я ему в ванной вот эту вот мочалку его, поролоновую, красную, кирпичом заменил. Жена ему как тиранула до самого копчика. Это я уж по крику его узнал. В следующий раз он орал,
когда я ему в пиво шампуня налил. Он сначала пил, хвалил, говорит, свежее пиво какое, посмотри, как пенится. А уж как пиво у него из всех дырок пошло, он орал, успокойте меня, успокойте. Я его успокоил. Я его так успокоил, я его так затормозил. Слушай, я ему во все бутылки из-под коньяка тормозную жидкость залил. Он, конечно, хватанул, ох, он затормозился. Он лекцию студентам вместо 2 часов 3 суток читал. А тут лето приходит, сижу на лавочке, думаю, что бы еще придумать. И представляешь, мячишка детский лежит резиновый. Я мячишко-то разрезал, кирпичик туда вложил и на дорожку. А тут этот придурок из института возвращается. И нет, чтобы мимо пройти. И нет, чтобы слегка так подбить-то, да? Со всего размаху врезал так. Ох, он орал. И он орал. И главное, тот мужик, которого он мечом в голову попал. Он, конечно, оглядываться стал искать меня. Я уже под лавкой со смеху помирал. Но они вдвоем меня и под лавкой нашли. А встретились мы уже втроем в больнице. Но я ему здесь покоя не дам. Я сейчас в туалете к унитазу через трансформатор 2 электрода подвел. Все жду, когда он туда зайдет. И эту цепь замкнет сам с собой. Все. Ой. Ой. Ой, Мерхор. 7-я кабина. Алло. Алло. Чита. 2-я кабина. Говорите громче, да ничего не слышно. Ты... Алло. Какой бот тут не... Алло. Я говорю, закрой будку. Алло, я не алло. Тебе. Алло. 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 Милый, милый, алло. Это ты? Алло. Я, любимая, это ты? Да я. Что так голос у тебя изменился? Ты не заболела? Это, наверное, от волнения. Милый, у меня для тебя такой сюрприз. Но сначала я хочу в 1000-й раз повторить, что ты... Идиот! Как? Ты понял меня? Повторяю, идиот! Но это еще не все. Еще... Кретинный придурок! Милый, признайся, ты же давно хотел это услышать! Честно говоря, не знаю, что тебе и сказать. Да не, ты никогда 2 слов связать не мог! Дебил! Свинья! Ну, спасибо, родная. Рано благодаришь, ведь главного я тебе еще не сказала. Может, не надо? Надо, любимый, надо. Главное, это то, что нас уже 3. Ты, я. И сосед-алкоголик. Я так соскучилась, ведь ты дома не был уже. 64 года, это не шутка. Да закрой рот. Я говорю, закрой рот. Ты лучше скажи, где ты шлялся все это время. Кобель. Кобель? Да, мальчик. У нас мальчик родился. Хочешь, я тебе его опишу? Это настоящий богатырь, копия ты. Морда синюшная, ноги волосатые и кривые. Мешки под глазами, пузо по земле волочится. Ниже ростом, только губин. Я же говорю, копия ты, мы с мамой ему уже... Зубы вставили, наконец-то. Тут в интернете адрес, да, www.zubov.net. Такой сервис, только в кресло сядешь, тебе говорят... Будешь орать, убью. Такая докторша душевная попалась. На прощание даже сказала... Закрой рот и вали отсюда. Да, а так все хорошо. Только сосед алкаш достает. Имя у него еще чудное. Какое имя? Слушай, я как раз тебе хотела сказать, как я решила назвать нашего малыша. Я решила назвать его... Отморозок. Как? Повторяю, отморозок. В честь тебя, тебе нравится? Ну, имя своеобразное. Отморозок Игоревич. Звучит. И самое главное, характер у него точь-точь твой. Бабник, каких поискать. А что, это уже как-то проявляется? Конечно. Как только девку посимпатичнее видит,
прямо мурашки по коже. Слушай, не знаю, что делать. Его от груди не оторвать. Мальчик развит не по годам. Весь в папку. Это еще что? Как налижется, так песни орать начинает. Мы уже по стенке стучали и по батарее. А он что? Да только матом кроет. Да откуда он слова-то такие знает? Хотя... Я же говорю, копия папа. Слушай, ты знаешь, каким было его первое слово? Не надо. Нет, милый, другое. Его первое слово было... Козел. И это он о тебе. Ты счастлив? Я тронут. А это, между прочим, сразу чувствуется. У тебя, кстати, давление не скачет? Ну, бывает и к ночи иногда разочек. Да меня не интересует твоя интимная жизнь. Ой, ты помнишь, как ты со мной поступил? Я тебе напомню, мы встретились. Когда Гагарина в космос запускали, помнишь? Да я тогда еще не родился. Что? Не родился. Да родился, родился уже. Господи, не может поверить. Слушай, домой приедешь, ты сам его увидишь и рот раскроешь. А мы тебе челюсть ставную купили, не забыли. Да, чуть не забыла. Привези нашему малышу слуховой аппарат и девку посимпатичнее. Ну все, надо заканчивать. Как приедешь? Под руку мне не попадайся. И не звони мне. Кобель, бабник, ненавижу. Я сама тебе позвоню. Ну все, милый, целую. Как обычно, под лопатку и в мягкое место. Ну счастливо, до скорой помощи. Отъезжаю, ждите. Елена Воробей, Светлана Рожкова и Игорь Маменко. А куда торопиться-то? Куда вы денетесь? Отсюда еще никто не уходил. Живы вы. Шутница, шутница. Вы знаете, мне понравилось ваше кафе. Я так иду, смотрю, вы знаете, зашел, никого нет. А в других кафе там народу-то полно. Ваш человек на человеке, все полно народ. А мы спортсмены, знаешь, после спортивных состязаний, мы ж бобслеисты, да? Знаете, что такое бобслей? Не знаю. Когда баб сливают, вот. Мы, знаете, любим в одиночестве отдохнуть, покушать. Ну, хорошо у вас здесь, только запашок что-то так. Что такое, что случилось? Пахнет? Запашок небольшой такой, ну, небольшой. Рыбку завезли свежую. И название у кафе какое-то странное. Кафе-фе. Нормальное название. Вот раньше было столовая фу. Сейчас нормально, так романтично. Кафе-фе. Подойдите поближе. Я хочу пообщаться с вами по поводу ассортимента. Понимаете, мне хотелось бы почитать меню. А что здесь, изба читальна, что ли? Я хотел бы что-нибудь перекусить, понимаете? Ну так перекусите салфетку. А вы шутница! Ничего себе, что это вы сразу к десерту приступили, а? Что первого, второго не просили. Сразу хоть за десерт. Ну, скажите, что у вас есть? Вот, что у вас, например, что у вас есть холодненькое? Да у нас все холодненькое. Супчик, котлетки, картошечка. А горяченькое? Горяченькое у нас соки, газ-вода. Ну вы сами уйдете или вам меню почитать? Не, ну, я хотел выяснить, можно мне хотя бы кофе? Куда я знаю, можно вам кофе или нельзя? Я что, доктор, что ли? Ну ладно, ну тогда меню почитайте, что ли. Я говорю, что время зря терять. Значит, меню у нас сегодня на аперитивчики. Коктейли фирменные, у нас и готовенького. Хорошая вещь, сильная, ноги худосилие, сливки недельные, как для себя сливаем, понимаете?
Я чувствую запах такой, понимаешь? Это ледовая помощь, это тоже хорошая вещь. Недели две потом на больничном лежать будете. Значит так, из рыбного. Крабовые палочки нерезанные. 1.20 на 2.40. Самовывоз из подвала. Да что вы потеете? Не волнуйтесь, при изготовлении ни один краб не пострадал. Так а я просто, что у вас тут еще и запах? Я объясняю, спецпредложение от шеф-повара. Русалочка в собственном соку. Не понял. Что тут непонятного? Русалочка. Не понял. Светлана Степановна. 57-го года рождения. 5 раз не замужем. С хорошим десертом. Простите, я смотрю. Это я. Я смотрю, продукт не первой свежести. Знаете, судя по вам, вы тоже знаете, даже не второй. Балованный какой. А мы себя никому не предлагаем. Ишь ты, какой балованный. Что никто не отказывался, он уже, видишь, носом крутит. Может, вам что посоветовать? Посоветуйте, а то я уже вас засиделся уже, я не знаю. Предложите мне что-нибудь, в конце концов. Делать ноги. Я понял так, что тот список, оно как бы все взаимосвязано. Спасибо большое. А я сижу, дурак, время теряю. Но если честно, спасибо большое. Большое вам спасибо. А платить что будет? А за что, интересно спросить? За то, что живым уходите. Ишь ты, какой балованный. Возьмите все, что есть. У меня не загуляешь. Что-то есть-то у вас немного. Я говорю, ишь, какой балованный я! Пошел тут! Ходят кто-то всякие! Я посмотрел «Янкиного солдата». Я просто умирал от смеха, потому что, ну, это копия я, копия. Каких-то 15 лет тому назад, сейчас будет страшная фраза, я водил танк. Вы зря смеетесь, вы же не видели, как было на самом деле. Я предупреждал в военкомате, не надо. Одумайтесь, пока не поздно. Посмотрите на меня. Где я и где танк? Они не поверили, моя совесть чиста. Пусть теперь восстанавливают те 3 деревни на Дальнем Востоке. Служба проходила в небольшом городке, неподалеку от китайской границы, он называется Бикин. Потом друзья спрашивали, так ты где служил? Я говорю, в Бикине. Они, мы не спрашиваем, в чем. И как только я попал в эту часть, мне сразу на глаза попался плакат, который стоял при въезде. Я о нем рассказывал везде, где только можно, но это незабываемое зрелище. Вроде серьезный плакат, к 9 мая нарисован, но вообще понимай, как хочешь. На огромном полотне изображена молодая мать с младенцем на руках. Сверху надпись. Спасибо тебе, солдат. Наш прапорщик. Копия Юрка Гальцев. Просто ходячая кладезь афоризмов. Причем говорил он совершенно серьезно. Первая фраза, которую я от него услышал. Вы вдумайтесь, друзья мои, оцените. Товарищ солдат, не болтайте ерундой. А этот победный клич перед ночным отбоем. Товарищи солдаты, в постель только через меня. Дневальные спят с дежурными по очереди. В армии почему-то все кажется ярче, крупнее, чем на гражданке. В армии каждая муха – это слон. Я не забуду, как однажды у нас в части бойцы стройбата чинили крышу. Ну, казалось бы, скажете вы, самое заурядное дело – залатать крышу. Дело было в армии. Поэтому это была драма в 3 частях. Часть первая. Скажите, друзья мои, с чего у нас в России начинаются все великие дела? Вот. Голос истинного россиянина. Конечно, с перекура. Перекурили, приставили к стене здания здоровенную лестницу. Это ж какой труд. Перекур. Залезли на крышу. Это ж какой нервный стресс. Перекур. Смотрят сверху. Лейтенант бежит из штаба.
В мгновение ока сломали и оторвали все, что только можно там сломать и оторвать. Подбегает бледный лейтенант, у него слов нет, у него только отдельные звуки вылетают из всех свободных отверстий. Оказывается, не на ту крышу залезли. Перекур. Нашли нужную крышу, залезли наверх. Пусть небольшая высота, казарма двухэтажная. Как положено по инструкции, привязали себя веревками к трубе, чтобы не упасть. Ну, согласитесь, если бы так никто и не упал, было бы скучно жить. Поэтому спустя какое-то время один из бойцов, как сейчас помню, звали его Леха, поскользнулся и вниз солдатиком. Теперь о длине веревки. Россия – щедрая душа. У нас же все с запасом. Поэтому и длина веревки была чуть больше, чем расстояние до земли. На всякий случай. Но еще в полете Леха об этом не догадывался. Напротив, радовался как ребенок, вспоминая знаменитый западный аттракцион, когда чуть-чуть не долетаешь. Каково же было изумление, когда земля радушно встретила бойца. Часть вторая. Боец упал. Бойца надо везти в госпиталь. Подгоняет грузовик. Россия не только щедрая, Россия еще очень добрая душа. Бойцы из стройбата, коллеги по несчастью, набились в кабину. Леху заботливо уложили в кузове. Чтобы больному человеку было просторно, только тронулись, слышат глухой удар. Оборачивается. А в кузове никого нет. Веревку забыли отвязать. Часть третья. Подбегает к бедному Лехе. Перекур. У Лехи на лице читается «За что?». Отвязали веревку, уложили в полюбившийся ему кузов. Полетели. Какой русский не любит быстрой езды? Подлетая на 105-й колдобине, у Лехи на лице уже читается «Добейте меня здесь!». Этим в кабине весело. Кто-то с интересом изучает какие-то кнопочки, рычажки. Ну, пытливые мы. Пока водитель замешкался, этот взял и какой-то тумблер нажал. Да ничего и не случилось. Только кузов опрокинулся. Но заметили я только минут через 10. Леха и раньше догадывался, что его некоторые недолюбливали. Но что настолько, когда все выяснилось, подбегают к машине, ёлы-палы. И вот он финал, вот она развязка. Только русский стройбатовец смог в этой ситуации сказать: «А Леха-то где?» Занавес. Дорогие друзья, я, чтобы плавно перейти от классического репертуара к эстрадному, хотел бы сейчас специально для вас такой смертельный номер. Я действительно иду в оперу, пока Настя Волочкова и Коля Басков отсутствуют в Большом театре. Хочу воспользоваться прорехой, заполнить нишу, так сказать. Сейчас я вам покажу специально, как я туда готовлюсь. Можем всем маэстром тебе. Денег не было и не будет. После работы надо еще хлеб купить. Вдоль по Питеру скать, по Тверской, Ямской, да, ой, да, по Тверской, Ямской, да, скала кольчика, едет миленькой, сам на троечке, да, ой, да, едет батюшка в опадёвость. Залётные не лёд трещит, да не комар пищит, это ком, да комы, судака. Ой, 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 ах, кумушка голова.
чудака, чтобы ёжка была. Уй, 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 ах, ёжечка, да с Петрошечкой. Скоро закончу, поцелует ты меня, кумадушка. Спасибо большое. Правда, вы знаете, Коля Басков говорит, что у нас в опере принято петь без микрофона. Кремлевский дворец, я вам хочу сказать, абсолютно не приспособлен для пения без микрофона, но я сейчас попробую смертельный номер. Может быть, здесь вот тоже есть балет. Сейчас попробую. Устал я греться у чужого огня. Но где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою задай я. Всегда быть в маске, судьба. Я хочу теперь сказать несколько слов, ну, про оперу я сказал, про нашу эстраду. Сегодня многие уже артисты выступили. Надежда Кадышева уже выступила. Сегодня она, правда, видимо, увидела меня за кулисами и не делала так рукой на сцене. Обычно у нее... Вообще, у каждого характерная есть черта, знаете, у каждого характерная есть черта. Надежда Бабкина, например, да, она на месте в основном. Теперь еще на пару с Хакелем, со своим, с этим Гором, они на месте. За нами с Пугачевой повторили, вот это дает, конечно. Но мы-то с Аллой в шутку, они всерьез во все тяжкие. Ну, вы помните, нас осудят, ну и пусть. Я вообще сначала думал, что нас осудят, это глагол. Ну, типа, знаете, о, как нас осудили, а мы уберем. Нас осудят. Ой, у нас милая очень эстрада. Лайма Вайкулит. Я обожаю Лайму Вайкулит, да? Ее движение на сцене. В электрическом свете ты гладил колени. Это все мне напомнит латинский квартал. Это было давно. Станут тени по струнке в королевстве кривых бесконечных зеркал. Я забуду лицо утонувшего юнги. Ну, конечно, что там помнить-то? Утонуло, слава богу. Нет, у каждого артиста свой стиль неповторимый. Наташа Королева, например. Она так поет, как будто все время чему-то удивляется. Как будто я только вчера Николая в Москву привез. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто покажет? Ай, где она, где она? Тарзан покажет, ай, где. Обожаю нашу эстраду. Нас осудят, ну и пусть. Потрясающе, конечно. Ну что, кто у нас там еще? Ну, Сосо Павляшвили. Вот если Наташа, она поет, как будто чему-то удивляется, Сосо Павляшвили как будто все время что-то просит, знаете. Все время что-то он просит у кого-то, все время. Моя жизнь, как капкан, понимаете, моя жизнь, как рулетка, то везет. Причем вот любую песню, вот назовите мне любую песню, я спою, как Сосо Павляшвили. Любую. Подмосковные вечера. Вот, пожалуйста. Не слышны в саду даже шорох, и все здесь замерло до утра. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Если б знали вы, ой-ой-ой-ой, как мне дороги москвичи, вы мне все дороги, купите мой диск. Не, ну действительно.
Некоторых, например, певцов или певиц можно изображать, если просто стучать себе по грудной клетке. Вот Юрка Гальцев сейчас стучал, знаете, американскую певицу Шер так можно изобразить. Do you believe in life after love? I can feel some sin inside me said. I really don't think you're strong enough, no. Слушайте, я обожаю этот зал «Кремль». Здесь выступала Уитни Хьюстон. Я ходил на Уитни Хьюстон. Это было незабываемо. Она была простужена, не в голосе. Такое исполнение «I will always love you» я еще никогда не слышал. Просто сегодня Лена мне напомнила, когда спела. Потому что это было так. Сзади у нее стоял чайник, в руке платок. Это было такое «If I should stay, you're away». Ну вот что-то такое. Действительно, потрясающая манера бывает. Ну, Маша Распутина вне конкуренции. Я обожаю Машу. Ты не надо будзи. Нет, целую горячо. Лед ночи шальной. Мужики. Это потрясающе, конечно. Причем мне кажется, что Маше достаточно вздыхать под музыку, не обязательно слова говорить, просто вздыхать. У нее характерный вздох, как у Евдокимова. Ага. Тоже характерный, узнаваем. Ага. Им надо вместе выступать. Ага. Ага. Еще Черномырдина между ними поставить. Ага. Ага. Рэп. Нет, у нас потрясающая эстрада. Я обожаю. И, конечно... Все двигаются на сцене по-разному, все ярко себя выражают, но есть просто корифеи этого дела, корифеи этого жанра, например, Людмила Марковна Гурченко. Как она двигается? Когда мы были молоды, мы были молодые, чушь прекрасную несли, фонтаны пили, ха, голубые, и розы красные росли. Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться, перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть, брать свое и не украдкой, гордый кривый шелестеть, гордый славиться повадкой, то и это начинать, порываясь тем и с этим вечно повод подавать. Раздувалом жарких сплетений, когда мы были молодые, когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам. Ой-е. Спасибо вам большое. И я еще хочу вот что сказать. В сегодняшнем концерте в гостях у Юры и Лены много замечательных артистов. Сейчас вообще много концертов, самые разные юбилеи. Лолита вот недавно отметила мне 41, а кто даст, написала на афишах. Я был в Челябинске, там, ну, народ простой, все написали, кто что даст. Но у меня такая фантазия, вот здорово было бы, если бы в этих концертах многочисленных, которые показывают по телевидению, вдруг появились, понятно, что это невозможно, те артисты, которые составили славу и гордость ушедшего 20 века, чьи песни навсегда вошли в наши сердца, чьи голоса всегда звучат с нами. И это сейчас такая легкая, лирическая будет зарисовка, ну, без всяких особых претензий. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Des amoureux, leur bonheur se construit sur un air fait pour eux, sous la bandeur.
Выпили, стали искать, чем закусить, не нашли. Выпили за то, чтобы найти, чем закусить, поискали, опять не нашли, опять выпили. Тут Березкин говорит: видимо, закусить нам сегодня не судьба. Потапов говорит: кстати, о судьбе. Я могу судьбу предсказывать по фамилии. Березкин, вот как твоя фамилия? Березкин подумал, говорит: Березкин. Потапов говорит: печальная фамилия. Березкин. Уже первые две буквы «бе» говорят о том, что ты долгие годы будешь бедным. После «бе» у тебя идет «рез». Значит, потом будет резко хуже. А окончание «кин» говорит, в конце концов, о том, что тебя кинут. Видимо, на ценных бумагах.
Брёскин спрашивает, да откуда у меня ценные бумаги? У меня дома даже туалетная закончилась. Выпили мы за то, чтобы у Брёскина туалетная бумага опять началась. Потапов говорит, продолжим наши предсказания. Лёха, а у тебя какая фамилия? Я говорю, нормальная. Гундякин. Потапов говорит, печальная фамилия. Гундякин. Тебя, Лёх, тоже сильно кинут. Но самое неприятное, что фамилия твоя начинается на букву «Г». Я спрашиваю, в смысле, что буду страдать глистами? Потапов говорит, «Г» в том смысле, что в него и кинут. Выпили мы, чтоб никого при этом не забрызгало. Потапов говорит, «Лёх, попробуй поменять фамилию, у тёщи какая?» Я говорю, «Артистическая, Гундюк». Потапов перекрестился, говорит, я бы не рискнул. А как фамилии у соседей? Я говорю, давай выбирать вместе. На первом этаже Вовка Тюрягин, сестры Голозадовы, Миша Попрошайкин. На втором Боря Розенхрен. Потапов говорит, печальная фамилия, Розенхрен. Последние буквы говорят... Я говорю, не маленький, сами понимаем. Ты лучше скажи, а счастливые фамилии у нас в стране попадаются? Он говорит, очень счастливая фамилия Потапов. Выпили мы за всех. Грёскин поискал, чем закусить не нашел. Говорит, а у нас один прапорщик умеет прошлое предсказывать. По жене. Мы с Потаповым аж перестали искать, чем закусить. А он продолжает, говорит, приводишь к нему свою жену, оставляешь, через неделю приходишь, и он тебе рассказывает, что у тебя было в прошлом. Потапов говорит, обычно такие удивительные способности у человека открываются после стресса. Берёскин говорит, правильно, стресс имелся. Этот прапорщик после учений пришел домой, сел обедать, налил водки, поднял стакан, а рот найти не может. Чуть не умер. Потапов спрашивает, то есть водка есть, а рта нет? Обычно бывает наоборот. Я бы умер. А чем кончилось? Берёскин попал в реанимацию. Спасибо врачам, месяц боролись за его жизнь. Потом разглядели, что он забыл снять противогаз. Хотели мы выпить за российскую медицину, но водка уже закончилась. Поискали закусить, не нашли. И решили, что насчет счастливых фамилий у нас пока еще как с закуской. Пока еще не судьба. Спасибо. Съемка первой брачной ночи. Все, площадка, все, понимаете? А? Режиссер такой нервный. Так, так, тишина на площадке. Актеры готовы? Актеры, сценарий читали? Даже репетировали? И как? Хорошо. Смотрите, чтобы потом без претензий. Смотрите. А то у меня одна такая после репетиции. Вау-вау. С ребеночком директору картины. Так, тишина на площадке. Актеры в кадр. В кадр. Камера. Мотор. Начали. Невеста стоит у окна в лучах лунного света. Поменьше света. Это же лунный свет, а не рентген. Жених подходит к невесте. И нежно обнимает ее. Камера, мотор, начали! Стоп! Жених, не лапай ассистентку. Что? Какая есть? Тоже мне красавец нашелся. Не первой свежести? Да посмотри, какая! Смотри, два в высоту, три в ширину. Все твое! Не то, что ты шипзик. Жених берет невесту на руки и кружит по комнате. Стой, стой, что ты делаешь? Стой, подожди, я сказал, кружит, не катает. Что ты делаешь? Стой, подожди, стой, стой. Что значит махнем? Какой бартер? Ты что, обалдел, что ли? Кто предложил? Какие ребята в кепке? Мунтин, что ли? Так, вы откуда? Вы с Кавказа, массовка? Какая массовка? Идите отсюда. Камера, мотор. Начали, жених берет невесту на руки. Ты будешь поднимать невесту или нет? Что значит, я не нанимался тяжести таскать? Какие тебе подъемные? А звездел уже, подъемные ему.
Поднимай невесту. Да не ногу поднимай. Не... Ты и ногу не можешь поднять. Шипзик. Масовка! Завказа, помогите ему. Помогите. Потом всех вырежем. Взяли невесту. Невесту подняли. Не гните колени. Я говорю, не гните колени. Ушла. Тяжелая? У вас 28 человек, тяжелая. Ладно, положите ее. Да не бросайте, положите. Ушли, все. Ушли. Реплика невесты. Иди ко мне, любимый. Любимый пошел? Любимый пошел? Куда? В ботинках на кровать. Быстро разулся и разделся. Реплика невесты. Иди ко мне, любимый. Камера, мотор. Начали. Любимый пошел. В чем дело, жених? Чего ты там возишься? Оставь фигу в покое. Не надо туда листок пристраивать, прячь его. Господи, было бы что прятать, прячет он шипзик, боже мой. Реплика невесты. Стоп! Что это за реплика? Ой, кажется, муж вернулся. Что это такое? Этого нет в сценарии. Муж где? Вы муж? Откуда? Из командировки? Так идите отсюда. Идите, не мешайте работать. Вас нет в сценарии, все, идите. Камера, мотор, начали. В чем дело, невеста? Вы новобрачная или мумия Тутанхамона? В одежде нельзя. В одежде это уже не первая брачная ночь, а порнография. Ну и что, что муж смотрит? Ну, вы же актриса. Что ты смотришь, муж? Что ты смотришь так? Нет, заменить нельзя. Нельзя. Пробы прошли. Кому надо, тот и попробовал, ясно? Увидеть его. Дайте ему валерьянки. Унесите. Валерьянки дайте мне, коньяку. Камера, мотор, начали. Так и будем лежать, как два бревна на лесозаготовках. Штабелем. Да не рядышком, а как положено, понимаете? Что значит как? Нет. Ничего на ассистентке я показывать не буду. Я вчера 3 раза показывал. Я все уже. Камера, мотор, начали. Ну, в чем дело? Ну, невеста вскрикнула. Жених, что ты орешь? Что ты такая ладишь? Что ты прищемил? Где? Мне надо сувать куда не положено. Там же напряжение. Там 5000 вольт. Я не могу, я с вами не могу. Осталось что-нибудь? Осталось там же. Загримируй к ним оставшиеся. Камера, мотор, начали. А где невеста? Кто украл? Эти вот с Кавказа массовка? Так, жених, ты куда смотрел? Все, съемки окончены. Мне валерьянки, вам коньяку. Популярно? Тогда и меня, наверное, кто-нибудь будет пародировать. Я сейчас вам почитаю, а может быть, кто-нибудь и клюнет. Ладно? А знаете почему? Когда поешь, спать хочется. Знаете, ну все начинают объяснять, кровь отливает в желудку. Не, ерунда. Когда поешь, кожа на животе натягивается, глаза закрываются. Ну это я так, для начала. У меня есть такой персонаж, он все время разыгрывает всех. Не знаю, как вы, а я людей с кислыми рожами терпеть не могу. Я как увижу кислую рожу, я расшибуть, а эту рожу расшибу. Ой, ой, рассмешу. Ну, с детства я такой юморной. У меня другу оставалось жить 3 дня. Его уже лечили-то в морге. Я пришел к нему в морг, анекдот рассказал, он сразу встал. 10 лет за мной ходит, говорит, Леня, объясни, в чем юмор. Да лучше бы он там и остался. Люблю повеселиться, а больше всего розыгрыши люблю. Вот хлебом не корми, дай кому-нибудь подлянку устроить. Помню, учился я в 5-м классе, 8-й год. И дед мой загрустил, он у нас всегда грустил утром. После праздников бабка его не наливает, он и ходит чернее африканской тучи. Если зимой дело было, то он из снега лепил снежную бутылку со снежным стаканом. А летом любимое дело у деда с похмелья одуванчики раздувать. Сядет и дует, а я бегаю, рву ему эти одуванчики в соседнюю деревню 24 километра. Короче, решил я деда разыграть. Взял я один одуванчик и клеем обмазал. Так что его пух вертолетом не раздуешь. Дал деду клеенный одуванчик, дед на одуванчик фу-фу-фу, фу-фу-фу. Одуванчик стоит кудрявый и даже не лохматится. Я говорю, деда, ты дуй сильнее своим дулом-то.
Губы-то раскатай, я его учу, а сам думаю, куда потом буду от деда печь и где буду потом побитый им лежать. Ну, всегда так. Я же знаю, шутка-то моя над ним не первая. Я ему уже и клей в сапоги наливал, он их потом 3 года не снимал. И ботинки его гвоздями к полу прибивал. Он орал, как недорезанный, думал, ноги отнялись. Один раз бабка пенсию получила, дед к ней полез в карман. Он же не знал, что я там капкан поставил. После капкана дед ногти год не подстригал. И во все карманы, прежде чем руку сунуть, ломом тыкал. Дед и курить бросил после того, как покурил мои сигареты с порохом. Про пурген-брашку я и говорить не буду. Ну, люблю я розыгрыши. Короче, дед сидит, надувальчик шипит, напор усилил, отдача от струи воздуха своей башкой с дома почти всю штукатурку отколол. Струя воздуха от деда летела 3 в 1. Слюни, перегар и мат. На мат наш участковый прибежал, со стороны цветка прямо под струю деда попал. Китель на участкового в лохмотье. Остальное все слетело, из одежды на милиционере остались одни сапоги и наколка «I love бабки». А дед, чем дальше, тем больше в азарт входит с гадом, с этим садуванчиком. Дует на него, как компрессор, у него уже и зубы легли по струе воздуха. Шифер соседей крыш посрывало. А тот не лысеет, сволочь, я уже пожалел, что сильно пух-то приклеил. Дед и об землю одуванчик бил, и зубами пух с него сдирал, выдрал 3 зуба. Я думал, дед к вечеру угомонится. Нет, он 3 дня не спал, не ел, к соседке по ночам не ходил. Все с одуванчиком. Дед одуванчик одушил, и по одуванчику из ружья полил, и ломом ковырял. Я уже думаю, клею-то пора отклеиться, потом вижу. Так это не одуванчик. Я спутал и дал деду ёршик бутылки мыть. А сказать боюсь, я ему раз в детстве на 1 апреля сказал, что у него в супе не курица, а лягушка. Так он меня этим супом 3 дня с утра до вечера кормил. А тут вообще дедуля от одуванчик выглядеть стал, как Кощей Бессмертный, брови дыбом, из ушей пар валит. Эх, зря я сказал в тот момент деду, что это розыгрыш. Мужики собрались, все советовали деду, как меня лучше казнить. Один только самый добрый посоветовал отпустить. Так и сказал, за ноги к 2 березам привязать и отпустить. Другие советовали деду не пороть горячку, он меня в холодную так отпорол, что у меня задница через брюки 3 дня подряд светилась. Зато потом дед только загрустит, я к нему, грустишь, дедуля? Он, нет, сатана, все нормально, я даже когда умру, ты погоди, внучек, когда меня закопает, потом приходи меня разыгрывать, гаденыш. Еще один монолог от этого же персонажа. Попал я в армию, хоть и не мечтал. Я говорил в военкомате, что у меня не все дома. Что я больной. Что у меня недержание. Что могу не на ту кнопку нажать. Могу жену командира принять за свою. Ничего не помогло. Военком мне четко объяснил. В армии у нас реформа. Деньги есть, ты больной. Нет, здоровый. А я был здоровый, ну не на копейку болезни. А в армии у нас был прапорщик. Настоящий. Пули непробиваемый. Анекдоты не понимающий, мухами засиженный. Он как меня увидел, я сразу понял, у него появилась цель в жизни. Я по его приказу и маршировал на заборе, и бегал на перегонки с поездом, и нырял в пустой бассейн. Случай меня от прапорщика спас. Раз иду, он стоит, плачет, потому что понял, что он лысый. Потрогает голову, а там лысина. И он в слезы, а я молчу, не говорю, что он лысый, потому что в каске. Он привел, докупил себе жидкость для ращения волос. Жидкость в голову втираешь, и волосы растут. Он купил эту жидкость на свои, наши роты, деньги. А было 1 апреля, я решил над прапорщиком приколоться по-серьезному, как Чубайс над нами с ваучерами. Я ему посоветовал, товарищ прапорщик, чтобы лучше волосы росли, надо вам эту жидкость пить. Он говорит, понял, а чем пить? Я говорю, ротом. Это дырка такая в голове, там, где зубы с языком. Ну, где вы еще нашу колбасу храните? Он попил жидкость, волосы выросли хорошие, лохматые, только во рту. Ходит, улыбается, как меховая перчатка раскрывается. Все заросло, даже на зубах мох. А еще он сам эту жидкость себе в глаза додумался закапывать. Ресницы были, как подмышками у гамадрилы. Прапорщик на розыгрыш не обиделся, просто все напутал в моем личном деле. Мне служить оставалось 1/2 года в штабе.
Откуда этот прапорщик мне еще нашел 4 года на подводной лодке? Хорошо, я в последний момент свое личное дело поменял на дело прапорщика, и прапорщик навсегда ушел в подводное плавание. Вот тут мной занялся сам майор. Он до этого прапорщика гонял. Майор этот с интеллигентной фамилией Главнюк. Он что по фамилии, что по жизни был конченый Главнюк. Он не издевался, он просто мне приказал бегать, прыгать, спать, есть и целоваться, не снимая противогаза. Тогда я решил приколоться над майором. К нам генерал приезжал с проверкой, и я об этом узнал раньше майора, который спал в нашей казарме выпивший. За полчаса я все сделал. По тревоге майор бежал на плац по памяти, потому что очки я ему заклеил скотчем. Он орал на бегу: больше у Дуськи самогон не беру, глаза нифига не видят. Где этот гребаный генерал? А этот гребаный генерал стоял уже рядом, выпучив на майора Главнюка все, что еще можно было выпучить. Потому что к шинели Главнюка я пришил женский бюстгальтер 18 размера. Погоном пришпандорил колокольчики. На сапоги майора я привязал пустые консервные банки. А на лбу у него помады написал все, что я о нем думаю, уложившись в одно слово из 3 букв. Генерал увидел эту сошедшую с ума новогоднюю елку и заорал: «Встать, конь, педальный бомж, вокзальный путана из Магадана!» Короче, через неделю майор Главнюк уже служил капитаном на границе с Киргизией. А новый командир обходил меня за 3 версты. А если бывало пригорюнится, я только спрошу: «Что-то скучновато, а?» И он тут же орет: «Нет, только не со мной!» Вот так и живем. Невозможно по внешности определить пол. Я определяю по голосу. Неизвестно, кто здесь кто в зале. Вы меня простите, но так в наше время действительно всякие бывают аномалии. Я сейчас буду называть номер ряда и номер места. А вы кричите: «Я здесь», и я определяю ваш пол, хорошо? 5-й ряд, 8-е место. Я здесь — очень короткая фраза, по ней сразу не определишь. Знаете что, крикните: «Туточки, я туточки». Нормальная фраза, по ней я уже определю пол. «Туточки, я туточки». Можно еще вас попросить? «Туточки, я туточки». Я думаю, что вы... Ответьте мне, пожалуйста, на дополнительные вопросы. Вы курите? Нет, значит, мужчина. А пьете? Нет. Нет? А как же вы без воды так долго? Хорошо, оставим вопрос о вашем поле открытым пока. Сейчас я попробую еще другой ряд. 10-й ряд, 12-е место, пожалуйста. Ну, пожалуйста, туточки я тут. Так, ага, голос хороший. Подскажите, там юбка или брюки на сиденье? Юбка! Юбка? Значит, женщина! Или шотландец. А можно вам задать дополнительный вопрос, а? Скажите, вы маникюр делаете? Да. Значит, женщина. А педикюр? Мама делает. Вам мама делает педикюр, да? Да. Слушай, я совсем запутался. Вы знаете, к вопросу определения пола нужно подходить индивидуально. Сейчас я к вам подойду. Можно аплодировать, я не против. Так. Я смотрю, где камера. Можно я у вас вот спрошу? Вы мужчина? Да. А чем докажете? Спрошу вот так. Вы на женщин смотрите? Да. А как вы на них смотрите? Покажите, пожалуйста. На мне не надо только показывать? На женщин, да? А можете показать всем? Так, по-мужски взял за руку. Как вы на женщин смотрите? Всему залу? Понятно. Скажите, а вот вы... Я сейчас ищу настоящую женщину. Вы получку у мужа отнимали? Он ее не доносил до дома. А если доносил, отнимали? Обязательно. Или он сам отдавал?
не отдавал. То есть вы отнимали настоящую женщину? Нет проблем. Смотрю повыше. Кто там это? Вы, да? А можно вашу ручку? Нет, я шариковую имею в виду. Вы это... Ну давай, хорошо, давайте эту, давайте. Давайте. Можно вас это самое пригласить? Да, да, да. Вот. Простите, что я вас поднял. Вы настоящий мужчина, чувствуется. Скажите, как вас зовут, а? Айсидора Дункан. По-моему, вы рождены для сцены. Единственное, вот... Но за мной не спрячься, я очень худой. Можно вам задать вопрос издалека? А? Хорошо? Айсидора, скажите, вы белье кипятите или стираете? Если вы еще кипятите, тогда мы едем к вам. После концерта. Это вам. Может, нет, потанцуем, а? Лезгинку? Маэстро, музыку. Я понял! Мужчина. Он свистит. Я мужчина, рядом с вами. Рядом с вами я себя чувствую настоящим мужчиной. Вы просто прелесть. Спасибо вам большое. Можно я вас сегодня провожу? Да куда? До кресла. Аплодисменты настоящей женщине. Кто еще в этом зале считает себя настоящим мужчиной? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре. Что, все остальные женщины, что ли? Вы видите, как мало нас осталось? Для того, чтобы мы вообще не исчезли, нас нужно защищать. Так что истинные защитники Отечества, вы, женщины, с чем я вас сегодня и поздравляю. Добрый вечер, дорогие друзья. Рассаживайтесь, пожалуйста, поудобнее, чтобы всем было хорошо видно. Артист московской эстрады Святослав Ещенко. Я сяду скоро поезд и желтати... Спасибо. Маданти. Мой желтати... Господь, я блеслый. Маданчик, я возьму с собой. Мой желтати... Маданчик, в нем потайно карманчик. О, ложи. А в том карману ключик счастье золотой. Одну мелочь швыряет сволочь. Ох и, а приманочку-то я положить забыла. Видеть, тут у меня было 50 баксов. Вот не. Так, Господь благослови. Ловись, рыбка большая и побольшей. Чё ты ложишь? Ты видишь, какие купюры? Честное слово, мне на тебе смотреть тошно. Знаешь что? Возьми свою сотню, сверни ее в трубочку и копти отсюда поберушка. Господи, мамушки родные, да сколько ж у нас в стране нищебродия? Да зачем же они живут на белом свете? Сами мучаются и других мучают. А еще один мученик нарисовался. Соколик, подай! Подай, касатик! Подай, диастрофик! Чтоб ты переломился! Как на ногах ты что стоит? О, вот этот кабан какой-то идет. Господь тебе благослови, голубок. То есть я тут орел. Я за твоих дедушек помолюся.
И за фирмочку твою. Давай, давай, давай за мерседесик. И что за чего? Ну, хватит, хватит. Хватит. Полбок тебе отхватит. Как земля таких выдерживать? Одна рыл килограмм 150. Чтоб тебе каждую ночь рогатый налоговый инспектор снился. О, помяни, черт, вот он. Что тебе, товарищ капитан? От кого сижу? От майора? По какому поводу? Нет такого закона, чтобы меня сгонять. Я на задании. Ну, ступай, куда шел. Шиком-брыком, чертобрыком. Вот тебе руля. Шик. Да ты ж моя лапка. Да ты ж моя умница. Да ты ж моя красавица. Не приведи Господь тебе ночью видать. А я, между прочим, могу выступить не хуже, чем этот артист. Да ну. Могу. Просто еще ни разу не пробовал. Я твою жизнь насквозь вижу. Будь у тебя счастье, будь у тебя горе. Будь тебе жарко, будь тебе и холодно. Будь ты богатым, если не будешь жадничать. А чё ты так мало положил? Вся стипендия? Пятерок много получаешь. Чтоб они у тебя все попереворачивались. Может, делом тогда займешься. А хоть и моим, тё плохо, а ты меня не стыдись, зануда. Я вас не обманываю. Вы сами себе обманываете. Мне, думаешь, вас не жаль? А не взять не могу. Меня Васьки майор с работы выгонить. А мне еще третьему дитю квартиру купить надо. Дед, слышь, оставь себе свою 1000. Да у меня за день 10 твоих пензий. О, пенек глухой. У меня реклама одна на все времена. Отстал от поезда в 37-м году. Переночевать негде, все сгорело. Вот и сижу тут с голоду пухну. Все никак на операцию не соберу. У меня ж ноженьки не ходят. Да и как они пойдут, когда я на них сижу? Целыми днями. Кстати, пора подыматься. Пойти помыться. Переодеться и куда-нибудь забуриться. Господи, да не оскудеет рука дающая, да не отсохнет рука просящая. Мой желтый тима. Я, честно говоря, не думал, что вообще из него чего-нибудь получится. Ну, так получилось, вы знаете, как-то вот стал одним из известных наших юмористов. Может быть, вы знаете. И вот фамилию, может, знаком вам? Задорнов его фамилия, знаете, да? Не-не-не, вы рано зааплодировали, его здесь не будет, не волнуйтесь. Значит, он меня часто смешит. Значит, мы как-то сидели в ресторане, я попросил у официанта зубочистку. Официант как-то на меня посмотрел с недоумением. Миша говорит, она у них за соседним столом, когда освободится, принесите ее сюда. Но недавно он меня сильно рассмешил, конечно. Ведь он все время что-нибудь такое скажет, что его потом в эту страну не пускают. Значит, вот недавно на Украине так наговорился, что ему какой-то человек из администрации позвонил и сказал, если вы так будете выступать, если вы будете так выступать, то мы вас вообще не впустим в Украину. Он сказал, ой, испугали. Если бы вы сказали, что не выпустите, тогда бы я испугался. Он может, видно, без Украины обойтись. А вот я знаю одну артистку, которая... обойтись без Украины никак не может. Она родилась там, она стала там актрисой, она ездит туда, выступает и обожает эту замечательную страну. Она сама очень, мало того, что хорошая артистка, еще просто остроумная женщина. Был такой случай, я вам сейчас расскажу. Давно-давно приехал к нам из Америки один продюсер. Знаете, он, вообще-то он из эмигрантов, но он приехал такой важный, он здесь набирал наших артистов, юмористов, значит, нас собрал так, и он ходил в галошах, он ходил с переводчицей, хотя язык-то хорошо знал, и каждый раз, когда он разговаривал, он все время говорил, как это будет по-русски, как это будет по-русски. Когда он сказал это в пятый раз, моя подруга, которая выйдет сейчас на сцену, сказала, по-русски это будет, не выпендривайся. Я считаю, это замечательно было сказано.
Итак, встречайте, народная артистка России Клара Новикова! С Новым годом! Здравствуйте, 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 здравствуйте! Вы знаете, вот я женщинам вообще не завидую. Вот я не завидую. А у нас есть Валя, она такая некрасивая. Вот я ей завидую. Вот она некрасивая, я ей не завидую. Понимаете? Она такая некрасивая, что она даже не замечает, какая она некрасивая. Это помните, мужчины придумали такую формулировку: не бывает некрасивых женщин, а бывает? Мало водки. Так им, паразитам, всегда водки мало. А я знаете, что придумала? Продолжение. Не бывает некрасивых мужчин, а бывает у них мало денег. Правильно? Правильно. Вообще, я хочу вам сказать, что она с иронией относится к своей некрасивости. С иронией. Это мы замечаем, что она не замечает даже, что она такая уж прямо. Она рассказывала себе, знаете, она была в гостях, и какой-то мужчина вот уже поздно ночью провожал ее домой. Провожал, провожал и приводил к себе. Мужики знают, так бывает. А утром, когда он ее рассмотрел, он порезался, когда брился, хотя брился электрической бритвой. А потом он возьми да спроси: а слушай, а я себе ночью ничего такого себе не позволил? Он говорит, а она говорит, позволил. Пошутила. Так он еще раз порезался, а сверху его еще током долбануло. Ой, вы не признаете. А мы ее все поучаем, мы работаем вместе, у нас все женщины замужем. Мы ее поучаем. Мы говорим: Валя, понимаешь, ты должна уметь кокетничать, ты должна уметь стрелять глазками, как автомат Калашникова. 600 выстрелов в секунду. Представляете, столько же мужских трупов. У нас есть Маргарита Васильевна, она говорит: Валя, бабушка учила. Понимаешь, надо кокетничать, смотри, как надо делать. Смотри, глазки в сторону, на нос, на предмет и стыдливо вниз. Понимаешь? В сторону, на нос. На предмет, в сторону, на нос, и стыдливо вниз, поняла? Она на следующий день приходит, мы спрашиваем: ну что? Она говорит: всю ночь чайник обстреливала. Ну что? Я, говорит, еле утра дождалась, вскочила в троллейбус, вижу, предмет стоит. Я сразу в сторону, на нос, на предмет, в сторону, на нос, на предмет. Ну и что, говорит? А предмет выскочил раньше, чем дверь открылась в троллейбусе. Маргарита, возьми да спроси: слушай, а ты глазки стыдливо опускала вниз? Она: о, нет, опусти, она говорит, ты же в одной ночнушке выскочила. Нет, ты не выскочила, Леон, ты не выскочила. Чего бывает, это вообще с ней, это вообще что-то. Она говорит, вот у красивых все самой как-то собой получается. Заметили по телевизору, вот шампунь демонстрирует этот головокружительный объем волос. Она говорит, я тоже захотела, чтобы у меня такой же головокружительный объем был. Я вымыла шампунью, и как в рекламе, так... я б косяк долбанулась. Вот и все головокружение. А женщины-то наши ей все рассказывают. Валя, одна у нас говорит, это Маргарита, она говорит: Валя, ты не представляешь, замужество – это мираж. Понимаешь? Вначале замки, потом пальмы, потом верблюды. Потом исчезают замки, исчезают пальмы, остаются одни верблюды. У нее уже третий тот плевать на нее хотел. А у Ириски муж артист. Она ему все время говорит: слушай, ты плохо исполняешь роль супруга. В первом акте еще туда-сюда. А во втором у тебя занавес падает. А он ей отвечает: а я не могу все время играть премьеру в старых декорациях. Конечно, конечно, ситуация потрясающая. И все мы ее поучаем. А Маргарита, она была такая красивая, наша Маргарита Васильевна. Она такая, она не могла отбиться. Наконец она сейчас отбилась и живет отбитая. Она такая пепельница, три кота, все время курит. И каждую ночь пересматривает фотографии тех, от кого она отбивалась. Она говорит: боже мой, кто это? Вася Василек. А это... Костя, косточка, чтоб ты ее подавился. Ой, смотри, Франц. Летчик. Никогда не долетал до аэродрома. Всегда ночевал на запасных.
это кто? Что-то даже вспомнить не могу. Чего-то не могу. Рожа круглая, кудри вокруг головы. Кто такой, даже не вспоминаю. Что тут написано, погоди. Михаил Ломоносов. Мишка, где ты сейчас? Вспоминаешь ли своего пупсика? А недавно Валька пришла, глаза сияют, такие огромные. Валя, спрашиваю, ничего? Она говорит, представляешь, а мне Славка предложение сделал. А Славка у нас водитель, возит нашего шефа. Я говорю, ты что? Он говорит, поймал меня в коридоре, посадил меня на шкаф и сделал предложение. Он говорит, я тебя люблю, ты самая красивая. Выходи за меня замуж. А ты что? Я говорю, я ему сказала, хорошо, я выйду за тебя замуж. А ну и что? Он говорит, побежал. Я говорю, ты чего хромаешь? Он говорит, забыл меня со шкафа снять. А я, правда, смотрю, у нее глаза огромные, красивая-красивая. Понимаете? Вы же говорят так, если любишь, красивая, правда? Вот если любишь. Вот вы когда последний раз говорили, я тебя люблю? Каждый день? Вот прямо каждый день? Наверное, от этого так хорошо выглядите. Каждый день. А могли вы сейчас сказать, я тебя люблю, я могу туда спуститься? Конечно. Да, я уже не вижу, что я могу это сделать, Леон. Ты хочешь поддержать это тело? Да. Ну, понимаешь, я к этому молодому человеку, я могу вас понять. Да, я тебя люблю. Я тебя очень сильно люблю. Да не меня. А вы тут с женой? Нет. А поэтому и меня любит. В данный момент меня. Как вас зовут? Георгий. Жора. Садитесь, Жора, бог мой, такого мужчину полюбить, понимаете, сколько надо силы и энергии. Такой бы. А вы когда говорили, я тебя люблю? Я тебя люблю. А нет, это вы сейчас сказали, отвяжись от меня, пожалуйста. А сейчас сказать, я тебя люблю. Я тебя люблю. Красиво, вы бы видели глаза его жены. Она не ожидала, что я такое могу сказать сегодня здесь на концерте. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Какие мужчины, а? Вот так я хочу, чтобы круглый год, весь следующий, петушиный, чтобы петушиный год мужики были петухами. Я тебя люблю, я вас люблю, я вас люблю, я люблю вас. И я вас. Я вас. Очень люблю. Кого? Себя. Будьте счастливы, будьте здоровы, пускай мир будет в ваших семьях, пускай будет достаток. Я вас люблю! От этого тела уходить не хочется. Если к этому присоединить мое, понимаете, что получится? Вот, подождите, это же не значит, что сразу. Он говорит, мальчик получится. Видите, какой он замечательный. Садитесь, Георгий, садитесь, а то я не пройду. Новикова. За любовь! А я тебе расскажу смешную историю. Давай. Вот это вот, понимаете, это же мои волосы. А я знаю, что вы это обсуждаете. Я недавно подписываю открытку на своем концерте. Подходит женщина, выходит из зрительного зала. После заканчивается концерт, я подписываю открытку. Подходит женщина и сзади делает вот так. Я говорю, женщина, что вы делаете? Она в зал говорит, свои, свои, это не парик. Зачем грустить на проводах? Ведь где-то нас встречают. И ни страны, ни города. Любовь,
не выбирая, к свиданиям не привыкше, быть может, сгоряча. Я, киевская девчина, влюбилась в москвича. Милый мой, коханный мир, я теперь не знаю, то ли я тебя люблю, чи я тебя кохаю. Милый мой, коханный мир, я теперь не знаю, то ли я тебя люблю, чи я тебя кохаю. То ли я тебя люблю, чи я тебя кохаю. Вначале удивлялся все, ну а потом привык он. Муж, если по-украински, как будет? Кто знает? Человек? Человек? Правильно? Такое слово точное, понятное для всех. Девчонки, кому ж не хочется, чтоб муж был человек? Милый мой, коханный мир, я теперь не знаю, то ли я тебя люблю, чи я тебя кохаю. Милый мой, коханный мир, я теперь не знаю, то ли я тебя люблю, чи я тебя кохаю. То ли я тебя люблю, чи я тебя кохаю. Жиночка, а дети будут диты. Когда они рождаются, куды же их подиты? А сердце будет серденько, ну а душа душа. Вот так я и мотаюся отсюда туда. Коханный мир, я теперь не знаю, то ли я тебя люблю, чи я тебя кохаю. Милый мой, коханный мир, я теперь не знаю, то ли я тебя люблю, чи я тебя кохаю. Ты можешь спародировать? Вот я ни разу не видел, пародируешь ты или нет. Володю, я Володю вообще не пародирую. Володю не могу. Володю, Винокуров, у меня не получается, Володю. 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 Молодец, да. Я пошел в баню. Там сыну. Я в баню. Оп. Хорошо, что я был, а мама не была. Молодец. Да я не умею, Леон, не Я умею. Его даже не предупреждал. Я даже не говорил, что я его попрошу. Посмотрите, сходу. Я не умею. Вот единственный человек, которого могу показать вам сейчас, и вы точно поймете, что это я попал. Да. Камера есть какая? Есть какая рабочая? Это? Вот это? Хочешь, Измайлова покажу? Вот он. Показал Измайлов. Один в один. Леон Измайлов, и все. Чего я его объявляю? Его? Так, теперь моя очередь. Приехал один мужик к теще на дачу. Она, как водится, его стала учить, как надо жить. Орала, орала и в обморок упала. Мужик, подожди, еще рано смеяться. Мужик перепугался, ночь на дворе, он никого здесь не знает.
схватил мобильник, набирает номер больницы, который у тещи на стене написан, и попадает в котельную к дяде Феде, который привык, что ему звонят по поводу газовых печей, котлов и отопительных систем. И вот между ними происходит такой разговор. Алло, алло, это скорая помощь? Ну, какая же еще-то? А дежурную я могу слышать? Это тебе к врачу надо к ушному обратиться. Можешь ты слышать или можешь? А дежурный сегодня я. Послушай, дежурный, у меня катастрофа. Ну, ясное дело, была бы у тебя бутылка, ты бы вряд ли позвонил. Да мы тут вдвоем с тещей, она отключилась. Что делать? Ну, ясное дело. Вдвоем с тещей вам понятно, ничего хорошего не сделать. А что отключилось-то? Вся система или просто подачу воздуха забила? Откуда я знаю? О, не знаешь, тогда перво-наперво понюхай. Не пахнет ли от нее газом? Да нет, вроде не пахнет. Так, ну раз утечки газа нет, то возьми молоток и по головке постучи. А как она сдвинется? Отверни шейку на 180 градусов. Отвернул? Не, она сопротивляется. Ага, ну тогда, значит, надо снять заглушку. Вьюшку откинь, да пошуруди там как следует. Чем пошурудить? Ну не пальцем же, палку возьми. А как пошурудишь, сопло поглубже заправь. И только после этого прочисти ей горловину. В каком смысле? Ну в прямом. Ёршик, смажь чем-нибудь жиром и туда-сюда, туда-сюда. Ну ничего себе, я, конечно, попробую. Правда, как туда ёршик пойдет, не пойму. А ты смажь солидолом, он и проскочит. Ну а дальше что? Что дальше? Дальше не забудь заслонку и вставить, чтобы не сифонило. Куда вставить? В поддувало. А где у нее поддувало? Ну где-где? Снизу, конечно. Только ты прежде колено проверь. Если оно наперекосяк, то ты колено-то выверни. Вывернул, ну и что? Вообще отключилась. И не фурычит? Фурычит, но слабо. Ага, ну значит сейчас будем воду сливать. Как сливать? Ну как-как? Сливать будем через нижнюю форсунку. Давай буфера откручивай. Как откручивать? Ну по часовой стрелке. Ну как у тебя там? Да лежит она в отключке. Опрокинул что ли? Ну да. А тогда возьми тросик, да прочисти ее по всему проходу. От задней форсунки до переднего клапана. Понял? Какой тросик? Как я ее прочищу? Я же тебе, балбесу, говорил. Заглушку-то из нее вынь. А у нее что, из заглушки есть? Ну если бы не заглушка, ты бы давно уже угорел. Эй, ты куда пропал? Так я заглушку-то искал, только нету ее. Ну ты тундра. Что ж у нее наружу, что все торчит? Сначала кожух надо снять. Хотя, погоди, а у тебя вообще-то штуцер работает? У меня? Ну, у тебя у кого же еще-то? А, по всему видно, давно не продували тебе его. Ты сам, ты видно, давно забыл, как он выглядит. Возьми сейчас за него обеими руками. За кого? Да не за кого, а за что? За штуцер, за свой. И подвигай его туда-сюда. Поддается? Ну, в общем-то, да. Эй ты, смотри, его совсем ты не оторви. Штуцер должен плотно в манжетку входить. А он у тебя, видать, по всей горловине болтается. Да в какой горловине он болтается? Ну, которая в топке. Какая топка? У меня теща в обмороке. Ну так ты еще кочергой у нее внутри пошуруди. Я не могу, она сама кочергу взяла. Все, разговор заканчивается. Теща встала, заорала. Ты что, негодяй, со мной выстворял, пока я в отключке была? Ты зачем кухонный ёршик мне в ухо совал? Ты зачем средом мне в ноздри засовывал? И выгнала зятя. Так он и не узнал, где у нее поддувало, а где заслонка. Не хотел. Не, не, не. Что, Заян, не маленький? Нет. Да, здравствуйте. Это приятно. Ой, сильно так больше когда-то. Сильно очень, да? Очень сильно. Очень сильно. Фух.
Настала моя очередь выступать перед вами, поэтому я для начала расскажу анекдот. Два мужика разговаривают, один говорит: вчера жену в зоопарк водил. Ну и как? Не взяли. Таланты же разные бывают, да? Один на скрипке умеет скрипеть, другой кошельки таскать, а у меня особый дар. В любом собрании могу на любую тему, любую речугу толкнуть. Вот прошлой зимой, когда сезон зимнего плавания открывали, ну, когда эти моржи босые на льду у полыни выстроились, так я безо всякой бумажки речь полтора часа толкал. Ну, правда, поплыли потом не все. Некоторых потом автогеном вырезали. У меня это талант от рождения. Я когда только говорить научился, первым делом же не мама, папа сказал, а речь засадил на тему «Прочь отцовский ремень от непоротой детской задницы». Этим живу. Правда, работа у меня сезонная, от выборов до выборов. А есть-то каждый день надо. Жена шубу требует из спеца. Теща зубы вставить надо. Причем она просит два ряда.
Сын какому-то новому русскому багажник Мерседеса врезался. Это ж только в анекдотах. На запорожцах въезжают Мерседесы. А сынуля мой на асфальтовом катке покататься решил. В общем, деньги позарез нужны. А тут как раз выбор нагрянули. В одной области на должность главы баллотируется Козлов, а на его зама Трищенко. Ну, я из Москвы прилетел, еще подготовиться как следует не успел. Как штабной уже кричит: давай, Калюня, оратор ты наш, спасай. Народ уже на площади, иди говори. Сегодня твой праздник, день мели оратора. Выхожу на трибуну, на площади полутьма. Кто там внизу, не разберешь. Я штабного спрашиваю, что за аудитория. Он говорит: кажись, демократы. Ну, я микрофон в зубы и давай. Дамы, кричу и господа, разрешите мне от лица общественности и лично от своего лица поприветствовать вас и в вашем лице весь наш народ, лицо которого вы здесь представляете своим лицом. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Дамы, кричу и господа, 75 лет наш народ стонал под игом коммунистов. В результате крестьянин спился, рабочий обленился, а интеллигент морально разложился. И только теперь, благодаря победе демократии, коммунистическая гидра похоронена раз и навсегда. Да здравствует капитализм, светлое будущее нашей российской глубинки, его яркие представители Козлов и Трищенко. Оба они пострадали от советской власти. Козлов от псориаза, Трищенко от инуреза. И тут слышу штабной говорит: извини, накладочка вышла. Мне только что сказали, что на площади не демократы, а коммунисты. Вот, думаю, блин, домет тебе в зубы. Но продолжать-то надо. Дома жена без шубы, теща без зубов, сын с фингалом. Поэтому рвут дальше без остановки. Товарищи, кричу, дамы. И товарищи, кричу, господа. До каких пор мы будем терпеть власть продажных демократов, платформу которых я вам только что изложил? Да, наш народ действительно 75 лет стонал. Но он стонал от удовольствия, что имеет такую партию, которая так имеет его. Да если бы не Октябрьская революция, рабочие и крестьяне спились бы еще раньше. Я уже не говорю об интеллигенции, которая только благодаря мудрой политике партии научилась пить по-рабоче-крестьянски. Одним словом, вперед-назад к победе коммунизма, его ярким представителем Козлову и Трищенко, которые 10 лет руководили банно-прачечным трестом и никогда не пользовались своим служебным положением, ни разу не постирались и не помылись. И тут, слушай, штабной опять говорит: тормози, опять накладочка вышла. Это не коммунисты, а представители разных религиозных конфессий. Протестанты, баптисты, буддисты и поклонники шаманов Крайнего Севера. Ах ты, говорю, блин, да метки тебе в зубы. Но делать-то нечего, надо продолжать. Братья, кричу, и сестры, баптисты и баптерки, шамани и шамовки, голосуйте за Козлова и Трищенко. Потому что они ходят оба к причастию и где и причастию. Мало-помалу камлают с бубном у костра, и оба верят в Будду. Вот среди ночи разбуди и спроси: водку будешь? Всегда скажут: буду. Тут штабной откуда прибегает, весь мыли, стонет. Там на площади одни феминистки борются за права женщин. Ну, про блиндомец вспоминать некогда. Я микрофон в зубы и кричу: одномандатницы! Под чьим игом мы только не стонали. Под рабочими, крестьянами и под интеллигенцией. А ничего не чувствовали, кроме запаха перегара. И от кого же мы, бабоньки, будем теперь рожать, если крестьянин спился, рабочий обленился, а интеллигент так и не научился. Вся надежда только на Козлова и Трищенко. Тут опять штабной вылезает: тормози, снова накладка вышла. Я говорю: сам ты накладка. Говори, кто на площади. Он говорит: братва из макродуевской группировки. Ну все, думаю, если они поняли, что я сейчас здесь городил, то не то, что жене писец, а теще зубы. А самому мне писец. И зубы придется в комиссионку нести, потому что они мне больше на этом свете не понадобятся. От страха трясусь, но в микрофон спрашиваю: пацаны, вы хоть словечко из той пурги, что я гнал, в натуре усекли? Они с площади орут: нет, ты чего, фуфло, порожняк гонишь? Я дух перевел и говорю: а это я лохов разводил. А сейчас я вам по-нашенски, по-пацански, чисто конкретно в двух словах курю. Голосуйте за двух правильных пацанов в законе Козла и Трищо. И все будет ништяк. Блиндомет буду, век мандата не видать. В результате, когда оба моих кандидата победили, я жене писца купил, причем живого. И сыну новый каток справил, и тещу зубы в два ряда не только вставил, но еще и наточил.
А у самого у меня теперь еще и удостоверение есть главного мелиоратора области, только почему-то на фамилию Козлотрищенко. Учитывая, что как бы ружье должно, если оно висит, выстрелить, хотя, когда висит, всегда плохо. Но Ленка, она просила, говорит, Вов, пока я переоденусь, говорит, расскажи что-нибудь. Я говорю, ладно. Но по просьбе зрителей я расскажу, когда она говорит, ты об этом не заикайся, а я заикну. У меня соседка, простите, не могу. Подговорила всех соседей в доме, чтобы они все сообща меня из нас из всех избрали старшим по дому. Я из-за нее заикаться стал. Я раньше не заикался. Не, ну, они все проголосовали единогласно. И теперь каждый из них меня просто замучил. Если грубо сказать, затравил. Не, ну я сегодня выгляжу хуже, чем вчера. А почему вчера это сосед? Она просто послала меня в подъезд. Она говорит, там кто-то в лифте на саре. Я заглянул в лифт точно, на полу огромную лужа. И сверху плавает кусок газеты. И лужа желтого цвета, но явно масло подсолнуто. И я вспомнил, что вчера один мужик из шестой квартиры нес бидончик с маслом. Но а он натуральный разъевшийся боров. А жена еще та сумасшедшая. Я позвонил им дверь. Открой дверь, это старая бабулька. Я говорю, я говорю, а где ваш этот зять? Она говорит, он сейчас занят, он там в спальне на кровати свою жену едой угощает, она заболела. Я думаю, я там в лифте за ними убираю, а он здесь на кровати свою жену. Я думаю, сейчас зайду. Я оторву его от удовольствия, а потом думаю, зачем мне инфаркт? И я этой старой бабульке говорю, передайте своему, ну вы его знаете, говорю, передайте, что я помню, что вчера он послал меня на худую крышу полететь. Я пришлю мастеров, золотая. И знаете, вышел на улицу и думаю, как же народ охамел. Вот есть же категория людей, с которыми лучше не связь, потому что обязательно найдешь приключения на свою же жизнь. А вы что подумали? Говорит, хотите заработать? Я говорю, хочу. Он говорит, мы вас используем как рекламу Гербалайфа. Я говорю, чего-чего? Он говорит, Гербалайфа. Будете говорить, что принимали Гербалайфа и стали таким стройным. Я говорю, а разве я принимал? Он говорит, ну какая вам разница? Скажете, что принимали, и за 10 минут получите 100 баксов. Я говорю, вообще-то у меня 8-часовой рабочий день. Он ничего не ответил. Только хрюкнул. Приехали мы на телевидение, ведущий говорит, у нас прямая трансляция, вы не нервничайте. Я говорю, я и не нервничаю, я Гербалайф принимал. Он говорит, про Гербалайф скажете, когда камеру включат. Внимание, включили. Я говорю, ой, я жену не предупредил, что задержусь. Ведущий говорит, она вас сейчас, возможно, видит. Я говорю, она даже когда видит, не верит. Вчера был у Петьки, она говорит, я звонил, никто трубку не снимал. Я говорю, какую трубку, если Петька шапку снять не мог? В ней заснул. Ведущий говорит, итак, вы принимали Гербалайф. Я говорю, ну?
И сколько в день, спрашивает ведущий. А тот-то мне не сказал, сколько. Издалека мне показывает два пальца. Я говорю, два стакана. Тот за голову схватился. Я говорю, то есть две бутылки. Но под хорошую закуску. Ведущий говорит, вы, наверное, не поняли вопроса. Какую дозу вы принимали? Я смотрю, тот вдалеке показывает мне пальцами два нолика. Я говорю, 100 грамм. Перед завтраком, обедом и ужином для аппетита. Ведущий говорит, аппетит пропадает? Я говорю, да, если плотно закусишь. Но как гербовая похватит, он опять возвращается. Смотрю, тот, который меня привел, со стула сполз. Ведущий говорит, так он вам помог или нет? Я говорю, кто? Он говорит, Гербалаев. Тут я понял, что это, видимо, фамилия. Я говорю, помог, он вообще мужик хороший. Часто помогает. Ведущий говорит, как это? Я говорю, ну, взаймы иногда дает. Однажды я ему помог. Приходит он ко мне. Я вас про Гербалаева спрашиваю, говорит ведущий. Я говорю, я про него и говорю. Приходит он, Гербалаев, это ко мне. И говорит, Витек, у тебя выпить не будет? Ведущий говорит, вы что, с ума сошли? Я говорю, вот я ему и говорю. Ты что, с ума сошел? Если бы у меня было, раз я бы тут был. Ну, тот, который меня привел, смотрю, у меня стульев по-пластунски выбирается. А похудели-то вы как, кричит ведущий. Я говорю, ну что ты привязался? Поживи, как я, и ты похудеешь. Так что вы могли бы посоветовать нашим телезрителям, желающим похудеть, говорит ведущий. Я говорю, тем, кто хочет похудеть, советую деньги отдать мне. Потому что у меня есть мечта. Когда-нибудь волю наесться и напиться. Ведущий говорит, на этом наша передача кончается. А я подумал и сказал, приятного всем аппетита. Как здесь оказался? Стреляли. Давайте с вами представим, что я телевизор. Ну, я телевизор. Правда, он у меня такой немножечко с причудами, он часто ломается, но мы попробуем. Студия «Продакшн фильм» представляет агент 127/220. В главных ролях Уилли Филдинг, Мелли Стэнлинг, Уэнди Фолдинг, Милли Филдинг, Мода Мордюкова и другие. Штат Кентукки, загородная вилла полковника Бигфорда. Пора. Уэнди Уэйленд. То. Уэнди Уэйленд, ну почему все время выполняет? Идиот. Дьявольщина какая-то. Опаздываю. Заборчик. Ah!
Сегодня серебряная дружба. Я думаю, если бы они были в камеди-клабе, их дуэт назывался бы «Сестры Гальцевы». Да. Да, скорее всего. В общем, всего. Счастья вам, здоровья, творческих успехов и юмористического мира на нашей земле. Правильно? А сейчас, дамы и господа, встречайте. Волшебник, фокусник, маг, целитель, чародей, ясновидящий, профессор белой, магистр коричневой магии... Великий Геннадий! Пиу, 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 рим, пиу, 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 уип, пиу, пиу, уип, пиу, 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 пиу. Вас родила женщина. Вы учились в школе. Здесь у кого-то есть дети. Вы хороший человек, а вы не хороший, подеритесь. Скажите, Ива, Ива. Скажите, Ива. В попе слива. Спасибо. Потрясающе. Пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Уи-пиу, пи-пи-пиу. Пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Пи-пиу, пи-пи-пиу. Пи-пиу, пом, пи-пи-пиу. Пи-пиу, пиу, ры. Пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Ринь-динь-тю-пиу. Пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Пиу-пиу, пиу-пиу, рин-тин-тю, пи-пи-пиу. Уим, пи-пиу, пиу-пиу, пи-пи-пиу, пи-пи-пиу, пи-пи-пиу-ри. Уи-пиу, пиу-уип, пи-пи-пиу, пи-пи-бри, пи-пи-пи-бри, пи-пи-пи-пи-бри, пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Геннадий! Пим-пим-пиу, пи-пи-пиу. Великий Геннадий! Спасибо! Представьте, идет мистер Олимпия, чемпионат мира по бодибилдингу в Нью-Йорке, и нашу страну представляет молодой, симпатичный бодибилдер из Краснодара. И все как-то в этот день не заладилось. And now, ladies and gentlemen, the most popular... The best, the most best popular bodybuilder from Russia, Alexander Zvistoplastex. Zvistoplasov. Alexander Zvistoplastex. Zvistoplasov, я Саша Zvistoplasov. Александр Zvistoplastex, я Саша Zvistoplastex. Я тебя потом побью рукой в нос. Саша Zvistoplasov, я из Краснодара. Объявите, пожалуйста, я проиграю. Александр Zvistoplasov, Краснодас. Сам ты Краснодас. Я найду тебя, слышишь? Давайте фанеру, ставьте фанеру, пожалуйста. Александр Юрьевич,
Что еще? Катастрофа! Что такое, Егорка? Вашу фанеру с терминатором заживало. Я поубиваю вас всех, я поломаю тебе позвоночник. Быстрее сделайте что-нибудь. Слушайте, есть выход. Что? У вашего водителя в газели какая-то кассета лежит. Ставьте что-нибудь. Ну хорошо, ставим. Где мой терминатор? Поубиваю гадов. Ах, как хлеб стоял, раболепствуя перед ветром рвущим колосья ржи, а сердце цвело и лицом село. А вы меня подставляете, а? Мне же неудобно вообще. Где мой терминатор? Есть еще что-нибудь? Быстрее! Александр Юрьевич, у меня там это, на мобильнике мелодия есть из мультика. Ставьте что-нибудь повеселее, я проиграю. Что ты поставил? Я... What's going on here? Александр Свистоплясов!